Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Из дремучего бора по дорогам лесным мои сади меня вам на праздник несли. Я смотрю и не верю, здесь столько гостей. Мы приехали к вам со Снегуркой моей. Завела курка все дороги пути, только кони твои путь сумели найти. К добрым верным друзьям вихрем сани неслись. Ну-ка, дедушка, всем от души улыбнись. Улыбнитесь и вы, дорогие друзья, ведь нет прекраснее праздника, чем в конце декабря. Дедушка Мороз, настало время спеть песню для нашей мармеладной елочки. Сейчас по кругу мы пойдем для елки песенку споем. Станем дружно в хоровод, славно встретим Новый год! Возьмемся за руки, друзья, медленно, никак нельзя. Чуть-чуть,
Делаем большой, я знаю, что молодец.
маленький зверек прыгнул с ветки на пенек. Да что ж такое? Молодцы какие, белые! А теперь мы слепили снежный ком. Неправильно. Мы слепили снежный ком. Шляпу сделали на нем. Продолжать разыгрывать подарки, но для этого вам нужно сделать большой-большой круг. Большой круг. Снегурочка будет показывать вам движение, ну а хасты будут помогать Снегурочке и, конечно же, выбирать самых лучших исполнителей. А теперь дружно все делаем несколько шагов назад. Делаем большой-большой красивый круг. Пожалуйста, нам будьте внимательны, дайте нам внимание, слушайте. Ручки показали. Глазками к нашему
новогодней сцене, потому что сейчас девочки из продюсерского центра «Для Старс» поют для вас веселую песню. Танцуем вместе с девочками, получаем подарки. Вот внимательно, это группа «Кейн». Thank you.
девчонки и мальчишки. А сейчас загадки я для вас припас. Так, выключаем. Спасибо большое, аплодисменты. Похлопали друг дружке. Ну что ж, похлопали, молодцы, ребята, танцевали от души. Сделаем-ка мы два круга, продолжим испытание. Сделаем два круга, делаем. Круг мальчиков и круг девочек. Круг мальчиков и круг девочек. Все взяли за ручки, делаем два красивых больших круга. Сказка, выстраивайте два круга. Круг Снегурочки и круг Деда Мороза. А почему у вас два круга получилось, сказка Снегурочка? Так, внесите два цветных полотна. Скорее, каски, бегите за конфетами двумя полотнами. Ваша задача подбрасывать конфеты. Ведь сегодня день рождения, день угощения. И наши конфетки будут веселиться и танцевать на празднике. Возьмите за край волшебный ковер. Расположим на нем конфетки. Ребята, вы любите конфеты? Не любите? Слабо, громче. Вы любите конфеты? Вот другое дело. Так, сейчас мы посмотрим, в каком кружочке лучше всех станцуют конфеты. Так, готовы? Конфеты подпрыгиваются, мячок забрасывается. Поехали! Ну какой команды конфеты выше друзей. Это не рождение.
раздавали подарки ребятам, которые принимали участие. Подходим к дедушке все вместе, поближе, поближе. Дедушки, дедушки, побежали скорее, скорее, скорее. Отлично. Находятся ребята, которые приняли участие в конкурсе «Украсть елку». Есть такие? Поднимите руку, кто принимал участие в этом удивительном творческом конкурсе. Настало время принять подарки и узнать, кто же стал победителем. Итак, третье место. Начинаем с третьего места. Виктория Зайцева. Похлопали нашим победителям. Есть у нас Виктория Зайцева. Третье место. Так, оставляем администрацию. Мармелада, подарок. Второе место заняла Перевалова София. Ребята, давайте аплодировать нашим победителям. Похлопаем дружно! Ну и первое место у нас занимает Сподин Матвей. Первое место, Матвей, вы есть сегодня на нашем празднике? Примите подарок. Вы какое место заняли? Второе, аплодисменты, конечно же, получили. Представитель от София. Ребята, давайте громко-громко поаплодируем. И так наши мама не ели, не слышу. Громче хлопаем. Делаем три шага назад, чтобы сейчас наши участники смогли здесь построиться. Итак, Хаски, пожалуйста, три шага назад делают наши ребята. Я буду перечислять Дедушку Мороз участников, всех, кто получает подарки за участие в этом конкурсе. И если вы себя услышали, вы тут же подходите к Дедушке Морозу и Снегурочке. Мы расскажем, как получить подарки. Итак, Деду Морозу... Нет, кто-то... Все на своих местах. Слышит свою фамилию. Голосовская Татьяна. Подходит к Деду Морозу. Голосовская Татьяна. Мощенко Анастасия. Домбровская Анна, Мерещагина Ольга, Жукова Анастасия, Моисеева Оксана, Федоренко Анастасия, Золотая Виктория, Тов Евгения, Кузнецова Мария, Манько Ростислав, Приходько Ольга и Ева. Есть такие ребята? Замечательно. У нас две участницы оказались здесь. Пожалуйста, кто у нас? Вы услышали свою фамилию? Становитесь рядышком с Дедушкой Морозом, с мамой. Отлично. Сейчас. А теперь, ребята, делаем еще три шага назад. Дружно. Раз. Два. Три. Ну что ж, дорогие друзья, давайте поаплодируем нашим победителям. Громче хлопаем. Ребята получали билеты в кинотеатр Чарли Стенды. Чарли Стенды Аватар. Проходите, пожалуйста, к менеджеру нашего торгового центра. Проводите, пожалуйста, Снегурочка. Дуэт готов? Продюсерский центр для Стар. Готов ли дуэт порадовать ребят? Давайте поддержим его. Мечтали, мы выбираем сами.
Ну а теперь мы делаем, проводим за Дедом Морозом, чтобы получать вкусно, получить вкусно.